За 7 месяцев этого года промышленное производство в Ненецком округе выросло больше, чем на 4,5%. Отметим, что в целом по стране рост оказался на уровне 1,5%. Такой вывод можно сделать, если сравнить показатели с аналогичным периодом прошлого года. Рост индекса промышленного производства в регионе в первую очередь связан с увеличением добычи нефти, включая газовый конденсат, на 4,6%. С января по июль в Ненецком округе добыто свыше 7,5 миллионов тонн углеводорода. Кроме того, увеличилось показатели производства тепловой и электроэнергии. Лидерами роста стали мясо и субпродукты, домашние птицы, а также пиво. Снижение отмечено в рыбопереработке, производстве охлажденных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, мяса и субпродуктов, а также сливочного масла.